Здравствуйте! Я смотрю, вам заходит тема с различными пекалями, да? Я думал, я один, Илюша, да, там третий, под 40 лет уже сидит тут это самое. Да, пистолетики водяные, все дела. Я смотрю, мужики тоже разбирают, причем с детьми в лето. Да, самое жаркое лето будет? Ну вот, самое жаркое лето будете, собственно, бахаться, фигачиться. В общем, что мы сегодня с вами распакуем? Это будут с Алиэкспресса заказы. Помните пушки, да, которые сами набирали, сами шмаляли? Ну тогда я за них отдал на eBay, это было 2 года назад, 42 тысячи рублей. Это немыслимые бабки для водяных пистолетов. Они еще все живые, они хорошие. Но занялся я, значит, поиском альтернативы. И вот эти штуки мне подкинул подписчик. Говорит, посмотри, что-то вот вроде недорого. Сейчас даже скажу, почем я их брал, чтобы просто не соврать. Вот, там что-то 3 с гаком они стоили, да? Так, сейчас, момент. 3136 рубликов стоили они. И сейчас они стоят... Давай интернет, пожалуйста, не подводи мегафон. Что у вас, блин, со связи? 3600 сейчас они стоят. Ну, то есть, чуть-чуть подорожали, ладно. Но 3600, в принципе, посмотрим. То есть, они выглядят должны вот так вот, да, как и те, в принципе. Но визуалка, в принципе, похожая. Посмотрим, как они... То есть, мы будем их сравнивать по-любому, потому что... Многие говорят, что, ой, Илюха, вот то, что там ты заказал, то дорогое. Все это херня, то же самое можно купить, типа, в... 5 раз, там, 6 раз дешевле, да? Ну ладно, будем смотреть. Опа! Ну, во-первых, они меньше, товарищи. Они легче, товарищи. У них все иначе сделано, товарищи. И упаковки никакой нет, ну, как бы и шут с ним. Ну... Труба пониже, дым пожиже, товарищи. Чё бы вы не говорили, что типа, ну вот оно такое же, херас дава, как говорил Александр Родионович Бородач, или как, Порфирович, как его там, Родионович, да. Во-первых, здесь иначе сделано. Там ты мог по USB спокойно втыкать ему в жопу, он ну, защищен, и, собственно говоря, у тебя он хорошо, то есть здесь ты сейчас так не возьмешь. То есть такое ощущение, что, ну, плохо он в руке, то есть я не могу... Посадка херовая, сразу говорю. То есть, стреляться беспонтово будет. Ну, то есть, можно полупиться, конечно, да, без дураков, но неудобно. То есть, возьми на руку, просто посмотри. У тебя рука на изгиб идет. Легкий вообще. Неудобно, да? У тебя вот здесь, да. Да, и такой момент, да, сюда, у того, мы будем прям сравнивать, у того по забору было интересно все сделано, то есть, и там была USB-шка, здесь у нас отверткой, товарищи, то есть, понимаете, да, сел аккумулятор, положили отвертку, ёб вашу мать. Здесь, ты посмотри, какая здесь отвертка и какую дали. То есть маленькую, ты ей хер открутишь, да, ты... Ёбаные, блин, китайцы, а, то есть... Вот, чувак, кто ты мне прислал, сказал, да то же самое, блядь, дешевле, блядь, то же самое. Понял, что нет? Ты еще не понял? Сейчас идем и проверяем, я тебе прям покажу, что это совершенно не то. Я уже не знаю, как они стреляют еще, да, но я вижу, что это совершенно не то. То есть это прям Китай-Китай, а вот то сделано прям, ну, очень круто. Это пока не то. И еще один момент я хочу санонсировать. Помните, да, распаковывали мы, ну, я этот самый Mystic Access и этот самый Гарри Поттеровский Redmi 12 Ultra, ой, Turbo распаковывал. Андрей, то, что мне, в общем, из Китая привозил, он мне привезет китайские Xiaomi-шные пушки. То есть у Xiaomi есть вот такие пушки, но только это Xiaomi. Xiaomi делает топ за свои бабки, как вы знаете, и вот там я уверен, что будет покруче. Здесь пока просто ебань какая-то, извиняюсь за слово какая-то. То есть здесь написано use screwdriver, и вот этим вот ты... То есть... Я ножом проще, понимаете, откручу, ёпта. Говорит, закажи, говорит, то же самое будет. Да не будет. Вот, вот для этого я, собственно, и заказываю. Есть там где-нибудь эта отвертка, сука, поблизости? О, все, есть, открутил. Для этого я и заказываю. То есть каждый раз, когда тебе нужно будет зарядить аккумулятор, не так, как там просто USB подоткнул, они у тебя заряжаются, они у тебя отображают. Вот здесь у тебя экранчик, все дела. То есть здесь такое, фуфломицин, короче. Причем здесь момент, здесь никакой заглушки нет. То есть, ребята, водные пистолеты, вон они с водою, мать вашу.
А набирать как? То есть у того было в обратку. Ну что-то делает. Ладно, пока не буду закручивать, я их поставлю на зарядку, потому что здесь есть вот такие вот зарядники, типа это зарядники, ну, собственно, вы понимаете, да? Здесь две обычные аккумулятора. То есть это не 18650, как и, собственно, в предыдущих пестиках маленьких за 800, там, за 1000 рублей, тоже были маленькие. Один подписчик написал, ну ты чё, это же 18650. Нет, чувак, нет. Это как раз-таки пальчиковые маленькие. 18650, извините, у меня... Их валом, у меня целый патронтаж батареи. Я знаю, что это такое. Не надо мне это самое. Если я говорю, что это маленькая батарейка, значит, это маленькая батарейка. Не спорь, блядь. Шучу, ладно. Короче, идем. Сейчас это все заряжаем и смотрим разницу. Почему оно так дешево и как оно вообще стреляет. Ну, уже хват неудобный. То есть, сука, у тебя вот, ну. Идем. Ну, ребят, те, кто 2 года назад. Помнят, да? Даже 2 года назад было, да? Вот эти пушки. То есть вот оригинал Spyro Gun, так называемый, да? И вот то, что приехал с Алиэкспресса, блядь. То есть вот, иди сюда, я просто вот так вот положу, чтобы было понятно. Ну это как это? Детский и не детский, да? То есть, ну, что это такое? Что это такое, что это такое, что такое? Момент, иди сюда, посмотри. Значит, здесь на оригинальном спирогане клавиша вот включения. Все это дело, опять же, внутри залито силиконом, чтобы ничего не было. Type-C для зарядки. Здесь у нас для отсоса в обратную сторону, то есть он набирает. Здесь ты стреляешь. И опять же, ты можешь сделать шут, значит, сильный. Здесь косяк в том плане, что он только вот так в обратную сторону не делает. Будем смотреть. Но у меня подозрение, что здесь вот 2 контакта, при замыкании он начинает всасывать. И самое говенное сделано то, что здесь на шурупе это все, понимаете? И если вдруг вы, например, хотите поставить на зарядку, вам придется сделать что? Правильно, вам придется сделать следующий ход конем по голове. Вам нужно таскать вот такую шляпу. Если вы пролюбите внутренний аккумулятор, вы не зарядите. И вам еще нужно с собой таскать отвертку. Ну и практичность, это прям 2, 1 из 10. Это полная хрень. Spyro Gun, они все-таки будут патчи. Значит, давай синий возьму. Опа. Вот так вот. То есть он у нас включается снизу. Чпок. Должен быть, да? Ага, ну я не знаю, насколько он там заряжен. Ага. Вот. В обратную сторону, видите, да, вот здесь. И он начинает засасывать воду. Вот здесь, ну. Есть, пошло. Есть, вот у нас 50% заборов. Ну, он подсевший чуть, ребята. Надо его было зарядить. Вот, до 100% он зарядился. Сука, тяжелый трындец. Ну, собственно, как он стреляет, ну, это круто. То есть, давай я отойду так, чтобы расстояние видно, да, какое? Ну, да. Ну, то есть, вот. Он достреливает спокойно, причем ровно. То есть, вот. И у него даже отдача есть. То есть вот у нас стоят вот эти чурбачки, да? Вот они. Вот и у него. Как вот это работает? Здесь вот такая фигня. То есть... А, даже нажимать ничего не надо. Просто опустил. И вот он набирает. То есть... Вот эти 2 контакта, если замыкаются, получается, ну-ка. Все, да? Что ты делаешь, а? Ага, вот, гульки даже пошли. Ну пусть наберет, сколько, не знаю там. То есть оригинальный Spyro Gun, он у нас на 20 выстрелов. Ну все, да, я думаю. Легенький какой. Это шляпа, ребят. Ну вообще серьезно. Я не знаю, ну давайте чурбачок один поставлю, чтобы вы понимали. Тот прям с места их сбивает. Ну, понимаете, да, разницу? Он даже не достреливает вот с такого расстояния. Вот здесь стоит, вот. Он
сейчас до тебя, наверное, достремит. Да, ну достремит, вот так. Спасибо. Давайте красный заряжу. Может, он будет более-менее заряжен. Их просто давно не юзали, серьезно. Да, оба такие. Пошел, видишь? На 46, 50%. Давай еще заряжаем. Все. Ну и теперь на то же самое место остановлюсь. Видно в кадре, нет? Надо еще рассказывать, да? Нет. То есть он достреливает, оттаскивает, чтобы вы понимали, я отойду с той там. То есть вот расстояние, здесь нормальное расстояние. Можно еще сделать вот такое. Насосал, как говорится, и достаточно неплохо, да? Вот. Ну что я туда подходил? Концумер. Вот это по факту шляпа. То есть я это не могу вообще советовать. То есть, ну, сравните, да, выстрелы я прям вот так вот возьму. Особенно, когда здесь вот так вот мощный выстрел сделаешь и трасти. Аж, у него аж отдача, понимаете? Ну, короче, вы поняли, да, что это, ну, детям поиграться зашибись будет. То есть они будут ля-ля-ля, все дела. Окей, пойдем. Опа. Я бы был не я, если бы не раздобыл новые сяомишные пушки. И Андрюхе спасибо, он мне пулей доставил их из Китая. То есть, если их сравнить вот с этой, вот он, Спироган и вот Xiaomi пушки. А? Красота. Но в этом видео вы их не увидите, потому что мы их уже распаковали отдельным роликом. И в отдельном ролике вы увидите, как это дело все работает, в чем у них разница. И мы посмотрим. Мы еще их не стреляли, они даже еще ни разу не заряжались водой. Может, они вообще нахрен не работают. Поэтому, спойлер, если вы увидите ролик с ними, а я думаю, вы увидите, то, собственно, значит, они рабочие. Как-то так. Вот то, что мы проверили, китайское, вот это, оно все, в принципе, китайское, что, ну, вот это нет, но все равно. То есть, вот это, как вам сказать, взять можно только ребеночку. То есть, ребенок будет там пью-пью-пью, вот эти вот. Такая брызгалочка небольшая. В кота можно своего, если он у вас кусает всякие, не знаю, провода, либо там дерет какие-нибудь занавески, вот, тинь-тинь-тинь, он убежал. Так тоже можно. Но вот эта вещь действительно хорошая. Надо было просто зарядить его до конца, и все хорошо. То есть он лупит очень сильно, хороший насос и все дела. То есть это оригинал, и это хорошо. Вот это проверим. Вот это советовать не могу. В том случае, если бы это стоило 1000-2500, можно, в принципе. Но неудобно в том плане, что зарядки нет, он маленький, он прям детский. И, собственно, далеко он не стреляет. Как-то так. Ну, все, собственно, ждите вот с этой приблудой. Вот это мне самому интересно. Она тяжелее всех, кстати. Но ганы охрененные. Как-то так. Пока.